Александр Маншин спрашивает: «Здравствуйте, а как же быть с предметами, на которых и чернение, и позолота присутствуют? Как я понял, в щелочной среде позолота уйдет, а в кислотной чернь станет белой». Абсолютно верно, Александр. Как только вы погрузите предметы с чернью в уксус или в какую-то кислоту, в лимонную, чернь, конечно же, побелеет. Аналогично, если вы будете мыть с содой, чернь тоже побелеет. Если это предметы с позолотой, то предметы лучше с позолотой мыть специальными средствами, а не содой или какими-нибудь кислотными растворителями. Что касается черни, ее можно восстановить довольно просто и легко. Вот как раз такой пример, когда после обработки в кислоте из черни получилась бельнь. Попробуем это исправить. Для восстановления черни я использую чернитель немецкого производства фирмы Болистол. Это жидкость для быстрого воронения. Очень эффективно работает в части чернения. Достаточно вот этого флакончика, вам хватит очень надолго. Может быть, каких-то еще фирм есть в продаже, но вот я пользуюсь Болистолом. Буквально нужно макнуть ватную палочку в эту жидкость. Попробую, чтобы не разлить. И теперь ватной палочкой в тех местах, где бельнь, мы проводим этой ватной палочкой. И буквально на глазах чернь начинает проявляться. Вот она восстанавливается. Если кто-то занимался фотографией, возможно, увидит знакомый эффект, как на фотобумаге начинает проявляться изображение. Нужно, чтобы немножко постояло. Состав окислился обратно в черный цвет, тот, который остался. Очень важный момент, то, что все-таки вот эти прорези, они заполнены вот этой чернью. И если она не выбитая, какие-то остатки еще там прилипли к серебру, то, конечно, мы их покрасим. А если там уже все выбито, красить нечего, то останется только дно этого рисунка. Но, как правило, остаются микроскопические частицы, которые все-таки чернеют. И возвращается, ну, даже та чернь, которая была, она становится значительно ярче. Хочу отметить, что серебру, заметьте, это никак не вредит. Остаются некоторые пятнышки, они потом легко смываются водой, либо полируются полировальной пастой, если все-таки остаются. Но в то же время восстанавливается чернь. Приходится чем-то жертвовать. В данном случае это дополнительная мойка или полировка поверхности предмета после восстановления чернения. Ну вот, вы можете сравнить с тем, что было, как буквально на глазах рисунок предмета восстановился. И там, где осталось чернение, оно снова почернело. Теперь нужно, чтобы предмет немного постоял, а затем можно будет смыть водой и посмотреть на получившийся результат. Хочу заметить, что вот здесь все было совсем белое, буквально еще несколько минут назад. А уже видите, как четко проявился рисунок черный, который был черный, он стал ярче, а там, где
рисунка не было совсем, он начал появляться. Вот таким образом можно восстановить утраченную, если по неопытности, чернью предметы помыть в кислоте. Но бывает так, что без вариантов по-другому отмыть предмет, допустим, на предмете сохранилась заводская полировка, и я бы сначала отмыл его в кислоте, а потом бы восстановил чернь. Так было бы проще, чем тереть предмет. Вот, поэтому каждый предмет под себя выбирает, под каждый предмет подбирается операция по восстановлению. Вот видите, в этой части уже совсем выбито вот это чернение из рисунка, заполирован он, и соответственно здесь уже красить просто нечего. Вот еще буквально несколько минут подержу и смою водой, а затем заполирую и покажу, что получится. И вот после отмывки и полировки небольшой, буквально несколько минут это заняло, у предмета появилась чернь, довольно яркая. Поэтому отмывайте смело в кислоте. Здесь вот видите, еще нужно дополировать, и тоже проявится на блестящей поверхности красивый черный рисунок. Для того, чтобы его получить, повторюсь, использовал жидкость, называется она балистол, жидкость для воронения. И для примера еще один предмет, на котором было утрачено чернение вследствие выдержки длительной в кислоте. Вот с этой стороны, видите, оно побелело. А здесь уже восстановлено, вот черненькие такие точечки на листиках. Вот они. Сейчас покажу вам, как можно восстановить на этой стороне это чернение. Ну, просто протираем. Пожадничал с жидкостью. Сейчас свеженькой добавим. Вот она. И сразу видите, эффект появляется буквально у вас на глазах. То, что осталось там от чернения, оно тут же чернеет. Останется потом только помыть и заполировать этот рисунок. Я думаю, да, вот я вытер жидкость, а чернение, как вы видите, осталось. И вот здесь то же самое, вот чернение уже я восстановил, а здесь еще довольно бледненькое. И попробуем вот уже намазать сразу же, буквально на глазах, внутри прорезного рисунка темнеют остатки черни. Вот оно все время проявляется, с каждой секунды все больше и больше начинает темнеть. Процесс не токсичный, абсолютно безвредный, по сути, для серебра. Главное вовремя помыть. Вот рисунок уже значительно почернел. Надеюсь, вам видно.
и не отсвечивает. Ну, для сравнения, тот рисунок на обратной стороне и этот. А вот рисунок цветочка, который мы уже протерли. Думаю, пора и этот стирать, чтобы не перечернить. Ну и вот, возвращается чернение, останется заполировать предмет немножечко пастой, и к нему вернется былой блеск. Вот так вот. Вот так восстанавливается чернение.